молоко челлендж или трубочки разных вкусов. Никусь, посчитай, сколько у нас есть трубочек. 1, 2, 3, 4, 5. 5 трубочек разных вкусов. Мы не смотрели, какие они, только знаем, что это красный, коричневый, зеленый, синий и оранжевый. И сейчас мы вам покажем, какие у нас есть вкусы. Вот такие у нас есть трубочки разных вкусов. И сейчас мы будем их пробовать. Мы сейчас завяжем глаза. Знаете, сначала закрывают глаза Аня и Ника. Аня оранжевый, Ника синенький. Давайте я завяжу. Ничего не видно. По-моему, так и надо. Они ничего не видят, а то я тут зрячая. И сейчас я буду им давать трубочки. Сначала даю им молоко. Так, какую же я дам ей трубочку? Значит, пускай Аня вот это. Аня, я дам вот эту вот трубочку. Вот смотрите, какой я вкус дала Нике. Ой. Пейте. Тяни, 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 тяни. Не ломай, не ломай трубочку, Ника. Ника трубочку ломает. Ник, не ломай. Ну что, какой вкус? Что такое вкусное? Ника, какой вкус? Ау, Ника заснула. Какой вкус, Никуся? Можно клубника? Клубника. Аня думает клубника, а у Ники? Апельсиновая. Апельсиновая? Точно? Или ты так сказала наугад? Ну попробуй, какой вкус? Да хватит уже! На что похоже? Ну, Никусь, апельсиновая? Да. Хорошо. Итак, открывайте глаза. У Ани была клубничная, она отгадала, а у Ники была шоколадная. Что, она апельсиновая похожа? У нас закрытые глаза. У Ники, у тебя тоже закрытые? Да. Да? Давай 5. Я даю. Да все, все. Аня сейчас нам даст трубочки. Давай мне самую вкусную. Ну, не знаю. Тебе вот... Это мне? Да вот тебе, вот давай, пробуй. Где? Ага, да. Вот это мне? Ну и? Никуська, на что похоже? На клубничную. На клубничку? А я не... А тебе на что? Тебе это, ты на кого смотришь? На тебя. У нас сначала было такое... Никакое, а сейчас оно очень-очень гиперсладкое. Да? Угу. Ну так и пей, пока сладкое. О, какое-то сладкое. Привкус банана. Ура, я угадала, это банан, 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 банан. Банан. А мне клубничное? А ты угадала? Да. Клубничное. Ника, у тебя вообще с вкусовыми рецепторами что-то не то. Сейчас нам дают Ника, мы с Аней завязали глазки. А мама, смотри, что нам Ника дает, а то она может и подобрать чуть-чуть. Ну что, ты отдаешь нам? Никуся, давай им какие-то. Какой тяжелый выбор. Ты мне даешь? Маше. Это мне. Так. Вставлять уже? Да, вставляй. Такой вкус, который она еще не пила. Вот. Какой похожий? Ну, это когда мы пили шоколадное... Ну, шоколадная сначала была похожа, а потом какой-то слишком сладкий вкус стал. Но не на шоколадном. Не угадала. Значит, это шоколадная с какими-то добавками. Я до этого пила банановое, мне кажется, тут привкус банана. Значит, это шоколад с бананом. Да? Не угадала? Да, это у меня да, да. Да? Шоколад с бананом. Ура! Я угадала шоколад. Я думала, что у меня ванильная. Ванильная? Ванильная? Ты Ане ванильное давала? Нет. Как нет? Ванильное. Апельсиновое. Ника сказала, что оно апельсиновое. Молодец. Мы провели вкусные, веселые молоко челлендж. Попробовали очень много разных вкусов трубочек. И Ника ничего не угадала. А я все угадала. Да, ты тоже угадала? Да. Давай 5. Я тоже угадала. Хорошо, давай 5. Спасибо, что смотрели наше видео. Надеюсь, вам понравилось так же самое, как и нам. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
Пока-пока!